Выборы сегодня проходят достаточно спокойно, без каких-либо серьезных нарушений. Наша партия на каждый избирательный участок направила по 2 наблюдателя. В городе работают еще и мобильные юридические группы. Мы очень внимательно относимся к любой жалобе, к любому обращению от политических партий, от самих избирателей, от участковых комиссий. Мгновенно в них разбираемся, и это позволяет нам сказать, что выборы проходят легитимно, и ничто не помешает нам определить реальное волеизъявление людей. Утром я работала в Тамбове, объехала избирательные участки. Там тоже скажу, что там ситуация также спокойная, очень много наблюдателей, активно идут люди, и тоже никаких существенных жалоб и нарушений нет. А если есть какие-то малейшие подозрения на возможное совершение нарушений, то наши наблюдатели, наши юристы, юристы других партий активно включаются в этот процесс, и, как правило, нарушения не подтверждаются. Потому что не все люди хорошо знают избирательное законодательство, есть какие-то сомнения, очень важно их рассеивать, важно, еще раз повторяю, доверие к результату.